Вот сегодня у нас два юных мореплавателя стали на льдину. Лед подтаивает, уносит на середину Днепра. Уважаемые родители, следите за своими детьми. Это хорошо, что у нас есть лодка. Вот муж. Плывет спасать их. Они уже перепугались. Лед подтаивает. О, слава Богу. Ну все. Пацаны в лодке. Слава Богу, что так все закончилось. Вода холодная, не дай Бог.